нас не допускают. На лед приглашается Дмитрий Алиев, Санкт-Петербург, Республика Коми. Первые три места после короткой программы занимают спортсмены, набравшие 100 или около того баллов. Почти 100 баллов в своей короткой программе получил Дмитрий Алиев, чемпион России 2020 года. И сейчас Дима идет за очередной медалью на чемпионатах страны. Qui dove il mare luccica e tira forte il vento, su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Te voglio bene assai, ma tanto tanto bene sai. Давай, давай, милый, раскатывайся. Не расстраивайся, катайся. Умник, молодец. Ma erano solo le lampade e la bianca scintilla. Senti il dolore nella musica, si accende dal piano. Отлично, Дима. All'improvviso uscì una lacrima e lui credette di affogare. Della lirica, dove ogni dramma in falso, ti fa scordare le parole, che diffondono i pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notti là in America, ti volti e veri la tua vita, come la scia di un'elica. Ma sia la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi, si sentiva già felice e ricominciò il suo canto. Боже мой, надо прямо подниматься, потому что я давно не помню такого проката. Только первый прыжок сорвал, да и черт с ним.
Да, катался, зато после, как это, после этого просто прыжка, как хорошо. Божественно катался. Все получалось, все прыгал, накручивался, как ты говоришь. И прямо сразу. Пришел в себя, как будто вот эта ошибка его, она привела в себя, и после этого он не совершил уже никаких ошибок. Нет, у нас не потеряно ничего. Мы будем с западниками бороться, потому что у нас есть такие тренеры, потому что у нас много тренеров, они все сумасшедшие фанатики. И слава Богу, поздравляем! Поздравляем, Женя! Видна работа профессионала. Слетел вообще, слетел с дуги, с зубца, не вкрутился. Но потом словно пришел в себя. Да, я очень переживать стала после этого, после этой бабочки на самом деле. Потому что, ну, в хорошей форме был Дима, в хорошей. Мы видели, как он много тулупов на разминке сделал. Больше, может быть, чем нужно на самом деле. Да, боялись за него. Боялись за него, да. Всегда переживаем. Очень такой душевный, очень трогательный человек. И потрясающий фигурист. И хочется, чтобы у него все складывалось всегда. Хочется, чтобы у всех все складывалось. Да, но он это всеобщая любовь. Но иногда, возможно, вот это самокопание, к которому, очевидно, склонен Дмитрий Алиев, оно его и подводит. Но вот сейчас видите, что Евгений Рукавицын, который очень тепло, как бы по-отечески относится к фигуристу, показывает. Да, у них вообще очень близкие отношения друг с другом. Талантливое катание, понимаете? Талантливое фигурное катание. Поздравляю, просто от души. И вот какие баллы получает Дмитрий Алиев. Да, если бы не этот тулуп, так он сейчас второй, след за Петром Гуменником. Был запас после короткой программы, но этого запаса не хватает Дмитрию. Немножко, да. Но тем не менее, он продолжает бороться за медали чемпионата России. Петр Гуменник уже точно на подиуме, а Дима в борьбе за пьедестал.